Покажи мне все, на что ты способен. Давай, Сайференок, сейчас я сниму с тебя твою эту бабочку. Зачем он бабочку на глаза одел? А? Ну, они глупые люди, видишь, живут на какой-то планете непонятно. Они не знают, что бабочку надо на шее носить, мужик, на шее. А он взял на глазища свои натянул. Ну все, сейчас я тебе твою палку-махалку тебе... Ой! Эй, всем привет, ребят, вы на канале Funny Games 3, меня зовут Максим, мы продолжаем с вами Кия-Кия! Shadow Fight 2 Special Edition. Мы с вами в убежище продолжаем проходить приспешников Титана. У нас 9-я стадия, давайте отправимся в путь, чтобы Титан задрожал от страха, от нашего присутствия. Так, кто? Раптор. Раптор у нас уже был. Окей, пройдем сегодня еще одну полосу, вот эту выполним. Еще у меня пьезокозы мои и черепашьи удары. Черепашья сила. Так, так, прекращай. Сюда. Упал. Давай. Ууа, хорош. Бросок, отлично. Почти перфект, ребят, почти перфект. Он мне нанес, правда, там, по-моему, пару ударов. Но это так, такое себе. На, кто? Я? Ох, ничего себе. Серьезно? Ушел, как я не попал? Как я не попал? Вот это уже перфект, точно. О-о-о. Ты видал с одного удара, я ему почти всю хпшку снес. 15 тысяч опыта, отлично. Какой у нас уровень? 45-й. Да, нам еще далеко, конечно, до 46-го, ну да ладно. Отправляемся дальше в путь. Следующий у нас боец. Ну все тут повторяется в основном. А мы сейчас попробуем еще, получается, пройти 8 стадий, это итого у нас будет 16, до 17 мы должны. Капканчик, а, тоже смотри, с пизокозами, с пизоказами этими. Так, я тебе сейчас надаю, куда ты там ноги свои тянешь ко мне. Держи, вот, хорош. Так, что, черепаший удар? А, все что ли? Ничего себе, капкан откинулся-то как быстро, а? Капканчик заквакал. Так, ладно, давай черепашьи удары. Па-пау! Пау! Давай-давай-давай, черепашьи удары. Вот. Отлично, прошли. Пау! Пау! А чё у меня там? А, луч смерти же! Держи! Не дотянется до него, серьезно? Тогда черепашья сила. Действие. А чё такое? А, он меня бросил. Ты бросил меня, ты бросил меня! Ну и вот я остался одна. Ладно, так, дальше. Стадия 11 из 24. Окей, поехали. Сейчас кто будет? Ну, в основном все повторюхи, короче, повторюхи-мухи. Так, рис опять. Рис с макарошками, нет, с пюрешкой. Давай, так. Раз, два, три, эх, да... Плохо, что все удары черепашьи вот такие не заходят. Вот. Почти зашли. Ту-ту. Да уйди от меня. Давай. Все, да. Я хочу, вот хотел бы, чтобы все комбо-удары, все там сколько их, 3 или 4, зашли бы. Вот смотри, получается вот это первый, второй, третий и вот четвертый. Да, 4 удара должны зайти. Но не заходят почему-то. Эй, хватит меня бросать, серьезно, рис. Давай, вот, раз, два, три, четыре. Три зашло сейчас. Сейчас три прошло удара. Еще давай попробуем. Вот сейчас, раз, два, три. Во, почти, почти. Ну, все, зато мы победили его. По-моему, три удара прошло, и он пал. Так, сколько у меня там? А, ну слушайте, мы должны до 46 уровня сегодня дойти. Нормально нам там добавляется. Нормально, по 15 тысяч опыта приходит, и неплохо, в принципе. Так, аква, аквамарин. Сейчас давай попробуем аква. У нее тоже оружие какое-то прикольное. Вот, раз, два. Эх, и последний удар не проходит. Эй, а почему блок не ставится? На, держи. Черепашья сила. И сверху. Ох, хорош, хорош. Прям вот хорош. Вот так вот, я бы сказал. Давай. Ох, вот это ударчик. И что, черепашью силу применим? Да, давай. Па-па-пау. А, не прошла. Вот сейчас, хоп. Ой, ничего себе тыкает. Эй, хватит тыкать. А, все. До свидания, аква. Мы будем по тебе скучать. В скобочках нет. Так, легко. Следующая стадия.
какая была, не посмотрел. Ну да ладно. Мне самое главное, хочу в новое оружие уже какое-нибудь. Такое прикольное. Конечно бы этот пластичный меч вообще. Вот мое любимое оружие. Крутое. Пиши в комментариях, кто любит пластичный меч. Самый крутой. Ох, вот сейчас все прошло. Вот сейчас все прошло, ребят. Ух, половина хп ему снес. На, давай перфект, давай перфект. Пройдет перфект? Да. Хорош. Капканчик опять, да хватит, капкан, ну сколько можно тебя уже мутузить, а? Я понимаю, там один, два, ну уже четвертый раз, это уже что-то с чем-то. Уйди, я чё-то... Да я тоже так ногами могу... А, нет, он ударил меня. Он ударил меня. Ой, я вот опять осталась одна. На, получай. Да что такое, черепашья сила? Пошел. Ох, хорош, сколько удара прошло. Ага, и напросился сам. Давай. Хочешь получать смерти? Получай! Хорош. Прям так вверх, когда кулак подкинул, поднял, и он подлетел прям. Круто получилось. Так, дальше. Получается 14 стадия. Да, еще пару раз, наверное, у меня уже 46 левел будет, ребят. Отлично, и мы сможем с вами новое оружие какое-нибудь там узрить, может. Прикупим что-нибудь. Сигнус! Сигать будет сейчас со своей палкой-махалкой. Телескопическая, смотрю, у него какая-то, видишь, сложилась. Тух-тух-тух-тух. Так, два удара только прошло. Вот. А вот сейчас вообще ни одного. Эй! Серьезно, я тоже так могу с разворота? Ну ты напросился, на, держи. Не зли меня, иначе мне придется тебя ногами бить, а это очень больно. Вот мои подписчики знают, как я умею ногами драться. Очень-очень-очень. Больно! Куда ты? Ну, а если луч смерти я вызову, то тебе вообще хана настанет. А так, держи. На, держи! Вот видал, как я ногами могу? Агрессивно я же стал. Разозлил ты меня, сигайка. Так, поехали. Черепашья сила. Хоп-хоп-хоп. Раз, два. Так, два удара опять прошу. Ну и половина хп я снес, а? Ох, как хорошо! И с разворота! Ай-яй-яй, и он меня внутри ногами. И с разворота, на! И с разворота, на! Да, говорю, сразу... А, нет, кинул. Ну, да ладно. Короче, да пофигу. 15 тысяч, так, опыта и что? Да, чуть-чуть, смотри, миссисюлька, там Миссисипи осталось, там Миссисипички. Так, давай, следующий левел. Ой, не левел, а... Следующая стадия у нас. Кто там? Кто там? Что там? Крокодил опять? Гена? Ага. Давай сейчас крокодил Гену уработаем. Напомним, что он должен был ходить с черепашкой. И не с ниндзей. А, хотя я тоже... А, какая черепашка? Чебурашка же. Черепашка. Эй, с черепашьими силами. Ух ты, дверь завел. А, это ты? Это ты тот сосед, который по утрам спать не дает? Вот это вот дрелит, пилит, шмилит, что он там делает, короче, ремонты свои, да. На, держи, в конуре своей вот этой, или где там крокодил живет. Ух, ничего себе, он мне сейчас вертушки врезал, серьезно. Я сейчас тебя в конуру-то твою отправлю обратно, твоему черепашке под имени Чебурашка. Все, отлично, крокодила Гена отправили, пусть идет дальше, металлолом собирает. Ставь лайк, если ты понял, о чем я. Ух ты, кабан был таким героем, он проиграл, как и многие до него. Но вместо того, чтобы принять поражение с достоинством, он стал служить Титану. Ты не понимаешь, с кем имеешь дело, Титан настоящий монстр. Чужая жизнь для него пустой звук. Неплохо, ты получил новый уровень. Давай в профиль отправимся. Как там тебя зовут, мужик в очках, не помню. Так, что здесь можно? Дезориентация и вот это вот. Шанс избежать смертельного урона восстановить 25 здоровья. Так, шанс усиления одной атаки на 35% после попадания метательным оружием. Да давай вот это, наверное. Даже не знаю, что уже изучать. Все изучу, по-моему, что мог. Так, давай ко мне, мужик в очках оружия. Тунфобластеры, давай покупаем. Отличненько. Так, тут что ты мне предложишь? Инфернальный панцирь. А есть что-нибудь получше, а?
Я понимаю, конечно, что это панцирь, там то все, типа черепашьи удары и прочее, но мне бы что-нибудь получше, чтобы зачарование какое-то было. Ну тут неистовство есть, да, я лучше вот это, короче, оставлю. Ядреный, короче, мой доспех. Так, тут шлем мародера, и все, больше ничего нету. Ну ладно, шлем мародера тогда возьмем. Так, здесь что, испепелитель, кстати, ни разу даже не попробовал я с ним подраться. Серьезно, что это я? Забыл, что это со мной, что такое? Давай сейчас попробуем, кто там у нас? Кто там у нас следующий? Убежище? Сайфер принимает твой вызов, серьезно? А че ты? Мужик! А это у него очки, это у него не очки, это у него бабочка на глазах. Твоя схватка с ним неотвратима, но ее исход еще не предопределен. Одной силы будет мало, покажи мне все, на что ты способен. Давай, Сайференок, сейчас я сниму с тебя твою эту бабочку. Зачем он бабочку на глаза одел? Ну они глупые люди, видишь, живут на какой-то планете непонятно. Они не знают, что бабочку надо на шее носить, мужик, на шее. А он взял на глазища свои натянул. Ну все, сейчас я тебе твою палку-махалку тебе. Ой! Серьезно? Это бластеры, они вот так стреляют, что ли? Мужик, отстань от меня. Пиу! Хе-хе-хе! Отлично! А я тоже так могу, на, держи бомбу. Пух! Вот так-то, мужик, пожалуйста, не позорься, а? На тебя смотрят почти 1 000 000 подписчиков. Одень бабочку на шею, а? Зачем натянул на глаза, непонятно. Ладно. Глупый человек ты какой-то, Сайферёнок. Пау! Да ты караты мои, сейчас эти кия-кия! И вот так-то, видел? Вот что значит тренироваться 20 лет у этих всяких там монахов в горах Алтая. Так, окей, выиграли мы Сайферёнка. Да, ты силен, но Титан не просто жестокий боец. Он способен иссушить твой разум. Его воля станет твоим законом. Впрочем, выход есть. Когда-то этот мир носило древнее племя. Титан не смог сломить их волю. И поэтому приказал уничтожить всех до единого. Тем не менее, одному из них удалось спрятаться. Я пытался найти его с помощью Кроноса, моего лучшего изобретения. А, да, я помню тот случай, Кронос вернулся безумным, разнес тут все и снова исчез. Сила древнего безмерна. Он стер память Кроноса и приказал ему очистить этот мир от зла. Сейчас Кронос орудует где-то возле фабрики Титана. Значит, Кронос наш единственный шанс найти древнего в путь. Что за фабрика? Кронос скрывает где-то на фабрике. Найдите его. Кроноса найти? А можно убежище мне пройти сначала? Давайте убежище пройдем. Еще и Кроноса какого-то искать надо будет, ребят. Фух, классно. Ну ладно, окей. Давайте убежище сейчас так, вот эту Акву-Шмакву победим. И потом, да, наверное, уже в следующей серии, да, отправимся искать Кроноса. Что за Кронос? Ух, нормально я так стрельбанул. А, ага, понятно. На, держи. Помахала, все, ну до свидания. Отлично. Что там махала. А она, видать, мне жарко просто. Она взяла, решила этот помахать немножко. Что такое? Давай драться, а, пожалуйста. Будешь драться сегодня, нет? Помахай, пожалуйста, давай, помаши. Вот. О, хорошо. Ой, как хорошо, да. Прям так сразу этот. Сразу так прохладно стало. Эй, хватает, а? Все, давай, бомбу. До свидули. Как это нет? Как это нет? Ну тогда придется вертушку тебе делать. Хап. Ой, нет, ну нет. Нет. Ты просто должна была махать. На, держи. Давай так-то, успокойся немножко. Аква, шмаква, кваква. Ну что же, ребят, все, продолжим в следующем видео проходить, искать Кроноса. Отправимся, значит, на фабрику и будем... Кроноса искать на фабрике. Ну а с вами был Максим, Funny Games TV. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.